Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня я решила принять участие, зайти в проект. Это не проект, вернее, ну тут и проекты, и рекламная площадка. Значит, новый сервис для заработка и продвижения для сетевиков. И предстарт матричной платформы. У меня залито видео вот это вот на YouTube. Обязательно, друзья, просмотрите это видео моего вышестоящего спонсора. И после регистрации вход сюда можно зайти через ВКонтакт или по электронной почте и паролю. На главной страничке будет ввести электронный адрес и пароль. Я заходила по электронному адресу и паролю. Чтобы у нас появилась реферальная ссылочка, нужно добавить себе, друзья, 26 человек. Так сказать, пройти единоразово ротацию. Вот. Ну а по желанию уже можете продолжать как бы ежедневно проходить ротацию. Ну, чтобы появилась ссылочка, нужно пройти обязательно ротацию. 26 человек добавить. Вот здесь у вас будет у видео, вот в первом, вот, что я залила, там все показано, как проходить ротацию. И сегодня запустился первый проект. Это рекламная платформа. Здесь сейчас пройдемся по кабинету. Ну и также будут периодически запускаться как бы проекты. Значит, продукты компании. Платформа ротации. Платформа рассылок. И вот матричная платформа. Давайте на нее нажмем. Она только что сегодня стартанула. Вход не завышен. Минимальный вход $3. Доход с закрытия цикла составляет $9 на основной баланс. А также ты получаешь 4,5 рекламных балла. Это еще как рекламная платформа, как я сказала. Так, давайте пополним. Вот за $3 я хочу зайти и пополнить. В настройках профиля привязать нужно Pair кошелек. Так, и вот смотрите, ко мне пришли люди, что у меня здесь написано. Доход за чтение писем вашим рефералам первой линии. И мне капает уже копеечка. Здесь за все как бы действия нам будут начислять как бы копеечку. Видите, вот у меня уже баланс немножечко есть. Так, ну, пополнить баланс. Вот пополнить. Нажимаю, ввожу сумму $3. Перейти к оплате. Перебрасывает на платежную систему Pair. Сейчас я оплачу и после продолжу. Я пополнила баланс и у меня стало $3. Давайте обратно перейдем. Здесь вкладочка «Вывести». Минимальный вывод средств из системы от $1. И занимает не более 12 часов. Так, продукты компании. Опять иду. Матричная платформа. Здесь очень короткие матрички, друзья. Не как мы привыкли там много. Ничего подобного. Сейчас я вам все покажу. Значит, и нажимаю приобрести стол за $3. Я приобрела стол. Вот моя аватарочка. Так как я заходила с электронной почты и пароля, я прошла ротацию с другого запасного моего ВКонтакта. Как бы у меня несколько контактов. Вот. И теперь сюда смотрите, какая у нас матрица. Значит, вот вы. К вам встает человек, приносит $3. Еще один человек приносит $3. И еще $3. В общей сумме $9. Ну и плюс 4,50 рекламных балла. $3 идут на реинвест. И вот можно за $3, например, ходить так вот по кругу. Или же
зайти в более дорогую матрицу за 5 рублей. Но, друзья, мы не можем зайти, например, за 5 рублей, за 5 долларов в матрицу, не пройдя за 3 доллара. Перескакивать с матрицы, на другую матрицу мы не сможем. Ну, по порядочку. Вот. Далее что? Так, я эту матрицу купила. Теперь давайте пройдемся по кабинету. Пополнить я вам показала вывести. Здесь есть премиум. По желанию. Вот, безлимитный тариф. Сейчас мы лайт. А это премиум. Здесь нажмете и все так же расписано. Есть на 30 дней, на 60 дней, 90 дней, 180 дней цены стоят и на 360 дней. Вот. Так, все прочтете. Далее, рекламных баллов у меня нет. Есть, можно создать рассылку. Кстати, я сегодня общалась с поддержкой уже. Поддержка мне понравилась. Очень быстро отвечает. Как бы все хорошо. И здесь вот создать рассылочку можно. Это как бы задание, да? Делать. Создавать. Заголовок. Оплачиваем письма. Ссылка на ресурс. Текст письма. Вот. Ну и далее тут как бы опрос для проверки прочтения письма. Вот. Тут это все прочтете. Так, далее что у нас? Продукты компании. Какие у нас что здесь будут? На данный момент у нас платформа ротации, платформа рассылок. Вот. И матрица открылась. Далее будет рекламная платформа, реклама визиток, обменная платформа, обучающая платформа. Это, конечно, супер. Мне сразу он зацепил. Партнерская программа, твоя структура. Здесь будут отображаться наши партнеры. Вот у меня у двоих пройдена ротация, у двоих не пройдена ротация. У меня 4 человека. Пришло. Далее. Рекламные материалы. Посмотрите, какие здесь у нас рекламные материалы шикарные. Скачать анимацию. Скачать анимацию. Вот видите, это как баннеры такие. И еще будет все добавляться. Вот. Шикарно, конечно. Очень красиво. Это в разработке еще тексты для рассылок. Потом Инстаграм, баннеры для сайтов, визитки. Это все еще нас ждет впереди. И в разработке у нас еще вебинары для партнеров. Новости компании у нас здесь. Можно также все прочесть, друзья. Я уже зачитывать не буду. Видео и так затянуло. А также все это прочесть. Дорожная карта. Тоже супер. Так, платформа ротации. Перейти к продукту. Платформа рассылок. Далее, платформа визиток. Опять же, это все будет. Вот. Все это в разработке. Отзывы партнеров. Если вы желаете отправить нам свой видеоотзыв или же видеообзор с целью его добавления в данный раздел, то напишите нам, пожалуйста, техподдержку через виджет обратной связи с пометкой «Хочу добавить видеоотзыв». И вот здесь уже начали добавлять как бы видео люди. Так, отзывы. Помощь по сайту. Здесь платформа ротации. Как это работает? Получить информацию. Можно ознакомиться. Платформа рассылок. Как это работает? Получить информацию. Это все кликабельно. Все можно изучить и прочесть. И настройки профиля. Привязать PR кошелек. Сюда прописываете PR. Нажимаете сохранить. Изменить пароль. И история активности.
И еще у нас есть, друзья, официальные чаты. Есть чат ВКонтакте, я добавилась, и есть чат в Телеграм. На ваш выбор, куда вы хотите добавиться. Ну, мне Телеграм проблематично, я ВКонтакте добавилась. И есть группа ВКонтакте, подпишись на наш ВК. Также все кликабельно. Можно кликнуть и перейти на группу ВКонтакт, прочесть информацию и вступить в группу, естественно. Вот у меня уведомления включены, чтобы я могла нажать вот на колокольчик, и когда будет новое сообщение в группе, мне все придет на колокольчик. Как бы я буду это все знать и как бы отслеживать ничего не надо. Мне все будет под рукой. Так, возвращаюсь на сайт. Вот такой, друзья, проект. Замечательный. Я говорю, мне он сразу, я только вот увидела, просмотрела видео. И сразу вот он меня зацепил. И матричка очень короткая. Можно, конечно же, поучаствовать. И здесь будут отображаться участники, которые подали тебе заявку в друзья через наш сервер ротации. Здесь все живые люди. Ботов здесь, друзья, нет. Так что все как бы настоящие пользователи. Продолжение будет следовать. Буду делиться своими результатами, мониторить этот сервис. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!